тому, что сказал Евгений, с декабря месяца являюсь общественным представителем Агентства стратегических инициатив Республики Калмыкия. В принципе, что мне есть добавить, то, что мы немножко опоздали, опаздываем с подключением к тем программам, которыми занимается ОСИ, в связи с тем, что некоторые регионы опережают, они первыми были включены. Основная задача нам, наша, догнать, предоставить максимальную информацию всем нашим предпринимателям, всем неравнодушным, выстроить взаимоотношения, отношения, понимание с властью, что, в принципе, в общем-то, уже сделано. Ну и попытаться, наверное, выбиться в лидеры. Это основная задача в ближайшее время. Спасибо.